Спасибо вам огромное. Да, спасибо огромное. Вообще, какая красота. Оставляем амбулаторию здесь, никуда не переносим. Глава округа Андрей Иванов посетил амбулаторию в Кубинке-1 после завершения ремонта. Большой объем работ провели в короткие сроки. Проведены ремонтные работы по замене электрооборудования, электропроводки, проведены замена сантехоборудования, дверных блоков, оконных блоков, замена настенных покрытий, напольных покрытий, светильников, установлена новая пожарная сигнализация. Отделение пользуется спросом среди местных жителей. К нему прикреплено более 4300 человек, в том числе 900 детей. Ежедневная посещаемость примерно 100 пациентов. Сегодня амбулатория приобрела новый вид. Теперь учреждение больше напоминает мини-поликлинику с качественным ремонтом и современным оборудованием. У нас, во-первых, стало теплее. Вот после ремонта нам поставили вот эти воздушные завесы на входе. У нас был холодный коридор. В детстве поставили батарею. И у нас стало светлее. И меньше лампы стали гудеть. Сплоченный коллектив состоит из опытных специалистов. Здесь можно получить консультацию терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога, сдать анализы. Многие врачи лечат уже не одно поколение жителей Кубинки. Семьями ходят. Это я уже знаю, кто, как, что, у кого какая наследственность. Нина Петренко обслуживается в амбулатории с 1964 года. Уровень оказания услуг оценивает высоко. Все замечательные девчонки, они все стараются для нас. В любой момент, когда придешь, иногда попозже, иногда пораньше. У нас как со здоровьем теперь стало, особенно вот эти годы уже. Берут, принимают и все. Спасибо, низкий поклон нашим докторам. Амбулатория работает с понедельника по пятницу. Записаться на прием можно через систему ЕМИАС. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».